Добрый день! Ну а мы продолжаем обзор цифровых электролабораторий завода «Ангстрем». И сегодня мы поговорим об акустическом генераторе или генераторе высоковольтных импульсов. Он предназначен для создания мощных разрядов в местах повреждений изоляции силовых кабелей, необходимых для применения методов предварительного поиска мест повреждений и топологического поиска повреждений акустическим или акустико-индукционным методом. Акустический генератор расположен под столешницей справа. Стенки его корпуса изготовлены из цельных пластин, защищающих прибор от попадания внутрь пыли и посторонних предметов. Возможно, вы сразу захотите спросить, как же тогда охлаждается трансформатор? Внутри корпуса ударного генератора есть система охлаждения, которая обеспечивает отток тепла от стенок корпуса. Как известно многим энергетикам, некоторые производители электролабораторий устанавливают для ударного генератора и прожигающей установки общий источник высокого напряжения. Поэтому, если он выходит из строя, неработоспособными становятся сразу два модуля электролаборатории. Акустический генератор в электролабораториях «Ангстрем» имеет собственный высоковольтный преобразователь и независим от работоспособности других модулей. Установить внутрь ударного генератора отдельный мощный трансформатор удалось благодаря системе Temp Control. Она стабилизирует тепловой режим и тем самым увеличивает срок службы прибора. Акустический генератор не вызывает скачков энергии в сети, не перегружает сеть. Поисковое потребление энергии составляет всего 25 ампер, то есть в 4 или даже в 5 раз меньше, чем у аналогичных установок. Мы назвали эту особенность soft work. Акустический генератор имеет двойную защиту конденсаторов от перезаряда благодаря встроенной системе double control, исключающей превышение напряжения. При довольно компактных размерах, эффективном использовании электроэнергии и коротком времени заряда ударный генератор обеспечивает высокий уровень выходного напряжения до 36 кВт. Такой уровень выходного напряжения дает определенные преимущества. Во-первых, позволяет определить место повреждения без предварительного прожигания, тем самым ускоряет процесс отыскания повреждений. Во-вторых, усиливает акустический эффект от пробоев и таким образом повышает эффективность акустического метода поиска. Иными словами, чем больше величина напряжения, тем громче получается хлопок. Акустический генератор не нуждается в обслуживании в течение всего срока эксплуатации благодаря конструкции oil-free. Конструкция этого типа более экологична по сравнению с масляной. Ударный генератор имеет три ступени – до 9, до 18 и до 36 кВт с максимальной запасенной энергией 2600 джоулей на каждой ступени. Частота следования импульсов от 3 до 15 секунд. Генератор с таким диапазоном периода следования высоковольтных импульсов дает возможность оператору контролировать частоту воздействия предельных параметров эксплуатации. И в тех случаях, когда максимальные выходные параметры не требуются, оператор может их снизить, чтобы продлить срок службы накопительных конденсаторов и высоковольтных коммутаторов. Ступени ударного генератора переключаются на корпусе прибора. Такой тип переключателя обеспечивает полную стыковку силовых контактных групп. Генератор имеет силовые контакты штекерного типа, чтобы при работе в режиме больших импульсных токов полностью исключить искрообразование. Акустический генератор связан с цифровой системой управления по радиоканалу. Этот тип подключения не требует ни гальванической, ни оптической связи модуля с системой управления и поэтому исключает потерю соединения и данных. Все получаемые данные и параметры работы генератора отображаются на мониторе в виде виртуального стрелочного прибора и графика, а также в цифровом виде. А для плавного разряда после проведения работ ударный генератор оснащен встроенным автоматическим замыкателем. Теперь вы знаете намного больше об акустическом генераторе производства завода «Ангстрем», который мы используем для оснащения наших электролабораторий. Если вам был интересен этот ролик и полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, непременно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео с обзором цифровых электролабораторий завода «Ангстрем». Ну а я ни в коем случае не говорю вам до свидания. Я говорю исключительно до скорых встреч.